Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 4 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее, 17 выше 0. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов.